Привет, друзья! Наконец настал час приготовления вареных колбас, вареных изделий. Сегодня я буду делать два вида. Я буду делать сардельки вареные. Значит, сардельки будут у меня молочные. И колбаса будет тоже вареная, молочная. Вот, значит, что нам для этого нужно? Нам нужно, исходя из пропорций, 60% свинины полужирной, то есть с долей жира до 50%, но я стараюсь где-то в районе 30% использовать, 35% говядины нежирной, я их сразу, кстати, перемолол. Потом нужен так называемый швартенблок, или белковая масса, если по советским ГОСТам. Вот, посолочная смесь, смесь специй и сухого молока. Значит, скажу сейчас подробно, что присутствует, в каких пропорциях, исходя из расчета на 1 килограмм сырья. У меня здесь всего 8 килограмм 262 грамма. Я сейчас скажу, исходя из расчета на 1 килограмм сырья. Значит, нужно, если брать по ГОСТу 23670, это 79 года ГОСТ, нужно 3% от массы сырья сухого молока и 2% яиц или меланжа, то есть сухих яиц. Я попробовал и в итоге вышел к тому, что использую все 5% сухого молока. То есть на килограмм нужно 50 грамм сухого молока, на килограмм нашего фарша. Значит, дальше. Соль нитритная и соль поваренная. Всего нужно 18 грамм на 1 килограмм сырья. То есть по 9 грамм. 9 грамм поваренной, 9 грамм нитритной. Дальше. На 1 килограмм 1,2 грамма сахара. Потом 1,2 грамма перца белого. Потом 0,8 перца душистого. 0,4 грамма мускатного ореха. Потом фосфатов 3 грамма на 1 килограмм. Потом в процессе эмульгации будем использовать около 15-20% замороженной воды или льда. Ну, можно замороженную воду с крошкой, чтобы ледяной было. И последнее — это швартенблок, белковая масса 35 грамм на 1 килограмм. Значит, по поводу швартенблока, что это такое и как оно приготовляется, я вам скажу попозже. Я его делать не буду, потому что он у меня уже готовый. Я вот с холодильника его достал, сейчас оно размораживается. И потом будем использовать. Что мы делаем сейчас? Закладываем в нашу емкость свинину, говядину, добавляем сюда нашу смесь посолочную и смесь специй. Единственный сразу момент скажу, что швартенблок и фосфаты добавляем уже непосредственно перед процессом эмульгации. Вот. Теперь порционно начинаем досыпать сюда смесь и перемешивать хорошо. Значит, еще раз напоминаю, что у меня здесь все вышеперечисленные ингредиенты, кроме фосфатов и кроме швартенблока, которые будут уже непосредственно при работе с измельчителем, кухонным комбайном или кутером, у кого что есть, когда будем уже приводить вот эту всю массу в эмульгированное состояние. Итак, друзья, я уже все вымесил. Кстати, фарш это у меня уже помолотый в самом магазине. Я выбрал мясо и попросил сразу, чтобы мне его перемололи. Вот так вот выглядит уже наш фарш. Что мы делаем дальше? Значит, делим на порции. Я буду делить где-то на 1-4 килограмма. У меня получится
почти 6 штук по 1,4 килограмма. Укладываем это все в полиэтиленовые кулечки и кидаем в морозилку. Наша задача сейчас данного фарша добиться температуры от минус 1 до плюс 1 градуса. После этого продолжим. Итак, друзья, пока наш фарш подмораживается, мы займемся подготовкой к последующему эмульгированию, или в перевод фарша в эмульсию, подготовкой швартенблока. Пару слов хочу сказать, что такое швартенблок и как он готовится. У меня он уже просто готовый, его заранее подготовил. Вообще, на самом деле, швартенблок готовится из свиной шкуры, счищается полностью весь жир с этой шкуры, разрезается на полосочки и добавляется в пропорциях на 100 грамм шкурки, 150 грамм воды и варится при самом мелком огне на рассекателе в районе 3 часов. После этого пропускается через мясорубку на мелкой сетке и опять же закидывается в ту же самую кастрюльку и варится еще 3 часа, добавляя туда еще 50 грамм воды, потому что до этого вода уже там присутствует, то есть шкурка уже этой воды набралась. Для чего этот швартенблок нужен вообще-то? То есть это отличный источник коллагена в первую очередь. Он придает эластичность сосискам, сарделькам, колбасе, вареной, там, докторской, молочной или сливочной в первую очередь. И вторая немаловажная его функция, он удерживает влагу, которую необходимо во время эмульгации, то есть перебивания фарша в эмульсию, доливать в виде льда или холодной воды со льдом. То есть что делаем? Берем сейчас, вот так, чтобы на два раза хватило, добавляем сюда немножечко холодной воды фильтрованной и перебиваем. Итак, перебил в блендере швартенблок. Теперь берем уже заранее отвешенные фосфаты. Фосфатов мы используем, исходя из пропорции 3 грамма на килограмм. Закидываем сюда. Все это хорошенечко перемешиваем. Кстати, для чего нужны фосфаты в колбасе? Фосфаты, на самом деле, они содержатся в любом мясе. Особенно их много содержится в свежем мясе, парном так называемом. Да, но дело в том, что после забоя, часа где-то через 4, количество этих фосфатов начинает сокращаться. Вот, а фосфаты являются очень важным компонентом для влагоудержания. Вот, поэтому, чтобы наша колбаска, сосиски, сардельки были сочными, необходимо добавить фосфаты искусственно, именно доходя до той пропорции, которая содержится примерно в парном мясе. Все, вот оно сейчас готово. Я напоминаю, что я разделил свой фарш, у меня 8 килограмм 200 грамм, разделил на 6 порций, на 6 пакетов. Сейчас это разделю тоже на 6 равных долей и буду уже во время перевода фарша в эмульсию, взбивание, буду добавлять порционно уже прямо в фарш. Итак, друзья, мясо уже подморозилось, вода также уже замороженная. Вот здесь он уже, лед присутствует. Так, что делаем дальше? Дальше мы берем и вот это вот наше мясо закидываем в измельчитель, блендер, если есть мощный, или кутер, который есть у меня. И начинаем измельчать. Итак, берем наш фарш, закидываем это в кутер. Так как у меня одна порция 1,5 килограмма, значит, в районе 20% ледяной воды, это получается 300 миллилитров. Добавляем немножечко сразу воды и включаем, начиная с минимальных оборотов. Потихоньку обороты добавляем. Что делаем дальше? Добавляем сюда швартенблок вместе с фосфатами. Еще немножечко воды и продолжаем
эмульгировать. Здесь через отверстие еще добавляем немножко воды. Смотрим на эмульсию. Эмульсия уже хорошая, вязкая. Все, перекладываем эту часть в нашу емкость. Да, и приступаем к обработке следующей партии. Итак, сделали эмульсию из фарша. Вот что получилось. Эмульсия очень липкая. Ну, скутером получилось довольно однородно это все сделать. И давайте сразу пройдемся по необходимому оборудованию, которое нужно для приготовления колбасы. Значит, что такое кутер и чем его можно заменить? Заменить можно или комбайном кухонным, у которого есть измельчитель для того, чтобы из фарша сделать эмульсию. Или мощный блендер, хотя бы от 700-800 ватт, в котором также есть измельчитель. Значит, следующий момент, что обязательно нужно иметь, это градусники, обязательное условие. То есть этот еще-то ладно мерить температуру, а вот таким со щупом, стоит, кстати, где-то в пределах $10 всего лишь. Вот. А вот такой со щупом обязательно нужен во время термообработки. То есть когда уже будем готовить эту колбасу. Вот он как раз нужен будет обязательно. И еще, конечно, крайне желательно это иметь колбасный шприц. Можно, конечно, сделать набивку с мясорубкой, с насадкой для набивания колбас. Но я вам скажу по собственному опыту, вот с эмульсией очень неудобно с ней работать, потому что она очень липкая, не будет прилипать постоянно и к толкателю, и к стенкам. То есть, а колбасный шприц вот эти вот все проблемы убирает. Вот, что делаем дальше? Дальше эту эмульсию ставим на сутки в холодильник для того, чтобы просолилась, во-первых, вся масса и настоялась, все специи равномерно попроникали в наш фарш. И еще один нюанс — это обязательное соблюдение температуры при изготовлении эмульсии. Я вам как сказал, то есть температура фарша должна изначально, перед тем как мы начинаем эмульсию делать, от минус 2 до плюс 2, не больше. Почему? Потому что в процессе она нагревается все. Вот, значит, эмульсия готовая не должна превышать температуру 10-11 градусов. Если видите, что температура повышается, замеряйте периодически, то сразу ее кидайте в холодильник. Потому что иначе у вас есть вероятность получить так называемые бульонные карманы или бульонные отеки. То есть это будет высушенная, грубо говоря, колбаска внутри нашей оболочки, и плавать она будет в бульоне. Это никому не надо, поэтому температуру нужно соблюдать обязательно. Конечно, помогает в этом неплохо это фосфаты, но они при все-таки нарушении температурного режима мало в чем помогут. Поэтому крайне рекомендую соблюдать этот температурный режим. Итак, прошли сутки после выставления нашего фарша в холодильнике. Открываем и смотрим фокус. Видите, сверху фарш наш окислился, имеет такой весьма буроватый цвет. Но что у него находится внутри? А внутри он розовенький. Я вам скажу, вот это вот розовый цвет дает как раз нитритная соль. То есть, кроме вкуса ветчинности и увеличения срока хранения, еще оставляет хороший, красивый розовый цвет. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы это все перемешиваем. Ну, естественно, чтобы не было слоев с окисленным фаршем. То есть, чтобы он был равномерно, он будет весь равномерно розовенький. Вот. Сразу параллельно берем оболочку. Я буду делать сегодня сардельки и буду делать сегодня колбасу. Значит, для сарделек я взял полиамидную оболочку.
диаметр 32 миллиметра. Удобная, кстати, хорошая оболочка. Многие я перепробовал, и коллагеновую, и фиброзную пробовал, и кишки пробовал. Вот эту вот для себя выбрал как оптимальную. У нее и хорошая прочность, и хорошо она в термообработке идет. Еще имеется у нее эффект так называемой термоусадки. То есть что мы делаем сейчас? Берем, замачиваем в холодной подсольной воде на полчасика. Вот, и потом приступим. Итак, фарш я перемешал, оболочку замочил. Значит, пару нюансов. Номер раз. После того, как вы достали из холодильника этот фарш, после суточной выстойки, обязательно необходимо в течение одного часа его продержать при комнатной температуре, провести так называемое отепление для последующей более удобной работы с ним. Ну и чтобы фарш имел консистенцию хорошую. Ну, в первую очередь это для работы с оболочками, чтобы не был он холодный, не было конденсатов и так далее. Значит, моментик по поводу оболочки полиамидной. Когда вы ее замачиваете, немножечко старайтесь, чтобы в отверстие вот сюда попадала вода. И вот так вот просто поднимаете и потом ее прожимаете, чтобы оно вниз уходило. То есть внутри вода тоже нужна. Рекомендую крайне с любой оболочкой проводить замачивание. Она становится, любая оболочка становится и эластичней, и лучше с ней работать. То, что там внутри будет какая-то вода, это можете не переживать даже, когда будете одевать на насадку, в частности, или колбасного шприца, или на мясорубке, если будете это делать. По-любому вода будет выжата. Теперь пару слов по поводу колбасного шприца. Я здесь использую 5-килограммовый колбасный шприц. Можно ли без него обойтись? Конечно, можно. В любой мясорубке сейчас присутствуют насадки для набивания колбас. Ими можно воспользоваться. Конечно, вот такой вот эмульсии, которая на сосиски идет, сардельки или там на вареные колбасы, там докторская, сливочная, молочная. Удобнее, конечно, работать вот с этим шприцом, потому что масса наша, она очень вязкая. И в мясорубке неудобно довольно-таки в лоток ее закидывать и потом еще толкателем продавливать. Вот, поэтому я после нескольких опытов решил приобрести такой себе шприц. Но опять же повторюсь, что можно использовать и, конечно, мясорубку. Что мы сейчас делаем? Сейчас начинаем наполнять наш шприц фаршем. Как раз где-то часик и пройдет для того, чтобы фарш успел отеплиться. Итак, друзья, начинаем заполнять. Сразу стараемся потом трамбовать, чтобы меньше было пузырьков воздуха или карманов. Итак, шприц заполнил. Итак, час прошел, фарш нагрелся, оболочка уже довольно хорошо тоже размокла. Что теперь? Надеваем оболочку на шприц и начинаем набивать. Вот, вода, видите, вся уже вышла. Немножечко проворачиваем для того, чтобы фарш сюда дошел. Теперь берем, делаем узелочек. И начинаем набивать. Набивать не нужно сильно плотно, потому что потом будем перевязывать. Этим будем регулировать плотность. Немножко поджимаем и с этой стороны тоже делаем узелок. Вот так вот она выглядит изначально. А потом мы уже будем плотность регулировать за счет перевязывания. Ну все, все остальные продолжаем точно в таком же духе. Итак, набил я сардельки. Что делаем дальше?
дальше берем длиннейшую колбасу. И я вот уже подготовил хбшные веревочки. И начинаем перевязывать их. То есть мы, во-первых, уплотняем их. Во-вторых, мы делаем тот размер сардельки, который, ну, наиболее оптимален для вас. Здесь какие угодно, такие делаем. Берем вот так вот, пережимаем, перекручиваем. И вот такая вот плотненькая сарделька и получается. Я уже говорил, что, наверное, один из немногих минусов данной полиамидной оболочки, что ее нельзя, как обычную череву, вот так вот накручивать. То есть надо здесь обязательно перевязывать. Ну, это не отменяет ее плюсы. Итак, вот как оно выглядит уже в перевязанном виде. Видите, очень плотненько. Это, кстати, большущий плюс именно полиамидной оболочки. Я вам скажу, если бы это была натуральная оболочка, там свиная, к примеру, или говяжья, она бы такую плотность набивки не выдержала, бы лопнула просто-напросто. Здесь есть вот такой вот плюс. И что делаем дальше? Дальше продолжаем все точно в таком же порядке перевязывать. Итак, вот что у нас получилось после набивки. Такое довольно приличное количество. Вот, что мы сейчас делаем? Начинаем термообработку. Перед термообработкой посмотрите обязательно свой продукт, да, чтобы не было в нем пузырьков. Если есть пузырьки, берете вот такую вот и протыкаете вот так вот. Я как раз специально оставил это, то что уже потом воронкой добивал, не шприцом. Вот, и начинаем раскладывать на противнях. И приступаем к следующему этапу, это термообработка. Термообработка происходит в два этапа. Первый этап — это выставление температуры 90 градусов, включаем верхний и нижний тен и конвекцию. И вот это вот единственный прибор, без которого на кухне все-таки при приготовлении этого блюда нельзя обойтись. Это термометр с щупом. То есть мы его вставляем в нашу сардельку, чтобы она так ровненько стояла. Все. И загружаем это все в духовку. Значит, при первом этапе, при 90 градусов так называемой обжарки, значит, нам необходимо, чтобы температура внутри продукта достигла 55 градусов. После этого мы снижаем температуру до 80 градусов, выключаем конвекцию, выключаем верхний тен и на самое дно духовки ставим противень с кипятком, для того, чтобы там был уже пар. И в этой температуре готовим до достижения температуры внутри наших сарделек 69-71 градуса. Ну, если брать примерно по времени, я вам скажу, это где-то около полутора часов. Итак, запущен процесс обжарки. Значит, вот стоит верхний, нижний тен и конвекция. И здесь стоит 90 градусов. Здесь у меня стоит 55 градусов. Температура только достигнет, мы сразу уменьшим, я уже сказал. А вот это 20 градусов сейчас в продукте температура. Итак, 34 минуты прошло. Температура у нас 55 градусов. Что делаем дальше? Снижаем температуру до 80 и переключаем на нижний тен. И добавляем, естественно, поддон с водой, кипятком. И теперь на термометре выставляем температуру 70 градусов. Ну, то есть температура должна быть внутри сардельки 69-71 градус.
все. Вот час еще остался, примерно где-то час и будет. Итак, достал я вторую партию. Вот она, горячая еще. Что делаем сейчас дальше? Кидаем в холодную ледяную воду. Нам необходимо очень быстро его охладить. Вот этот продукт. То есть сосиски должны, или сардельки, или колбаса, должны пройти очень быстро температуру 35 градусов. Это наиболее опасная для этой продукции температура. То есть холодная вода как раз очень хорошо и поможет. После достаем, как они остынут полностью, подвешиваем немножечко обсохнуть, и все, можно кидать в холодильник. А вот эти уже обсохли у меня, уже охлажденные. Сейчас закину вот это вот под холодную воду, а эти попробуем, посмотрим в разрезе, как они получились. Ну и вот, наконец настал тот час проводить дегустацию и осмотр. Значит, смотрите, друзья, вот такая вот консистенция набитая. Здесь вот, если видно на камеру, имеются маленькие кое-где пузыречки воздуха. Но в домашних условиях, даже с таким шприцом, абсолютно полностью забитую, без всяких пузырьков, сделать практически невозможно. На производствах этим добиваются за счет вакуумных шприцов. Но для домашних условий это очень даже себе хороший показатель. Ну и самое главное, напомню, это все-таки начинка, то, что состоит, из чего она состоит. Вкус его. Так, разрезаем. Вот так вот выглядит в разрезе. Видите, розовенькая. Практически однородная, вот чуть-чуть. Единственное, там где-то вот там маленький пузыречек есть. Вот, и учтите, что это еще она не вареная. То есть вот так вот, если нажать, видна влага, что сочные они. Я уже попробовал, классные. И, кстати, 18 грамм на килограмм соли, вот это вот самый раз, потому что по тем же самым ГОСТам указывается от 20 до 22 грамм, это будет немножечко соленые. Поэтому 18 грамм это оптимальный вариант. Вот так вот оно выглядит. Упаковываем их и храним в холодильнике, желательно в зоне свежести. Значит, если судить по ГОСТу, следовать ГОСТам, значит, срок хранения данных сарделек, сосисек или колбасы вареной составляет 72 часа, трое суток. Но на самом деле я проверял, и пятеро суток оно прекрасно себя держит. Если по какой-то причине у вас не получается съесть в течение этого времени, можете смело кидать его в морозилку. И потом просто размораживаете, варите, и они будут абсолютно одинаковые, абсолютно. Единственное, что, может, чуть-чуть будет менее плотные, немножечко влага, которая содержится внутри сарделек, она выморозится. Но на качество, на вкус оно абсолютно не повлияет. Все, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!